Эй, всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная серия по Бэтмену Arkham Shadow. И нам нужно найти крысиного короля. Крысиного короля. Ищем его везде, повсюду. Пытаем всех, убиваем всех, кого только можно. Опа! Здесь сидел наш вор в законе, но теперь здесь нет. Опа, что-то прогрузилось. Слушай, а куда нам надо? Опа. Дверь исчезла. А, мы просто за радио. Ну ладно. Как вы могли уже заметить, у меня новое крепление от Fleet VR. Также новые силиконовые, так скажем, на эти чехлы. То есть с таким креплением, удобным на контроллеры. MetaQuest 3, блядь. Летим. Звука что-то полета нету. Слушай, он подкаты делает? Он что-то у меня провис. Отлично. Нам нужно выбраться. Мы надели костюм. Теперь нам надо добраться до... Добраться до того самого... Короля крыс. У меня звуки, блядь, пропали. Звуки полета вот эти все. Какие-то баги непонятные. Опа, мы сохранились. Это сюда нам, значит. Так вот, в общем, насчет крепления. Бюджетный вариант я выбрал. Попробую, как оно, что оно. По качеству, конечно, не как Kiwi дизайн и Boba VR, но... Все же неплохо, в принципе. Как бы... Топ за свои деньги, я бы сказал, нормальный. Просто считаю в два раза дешевле, поэтому функции, в принципе, все те же выполняют. Так. Так. Мы опять в этой тюрьме. Ну это скучно. Мы только бегаем из тюрьмы в тюрьму, типа, блядь, ну. Такое. Звук у нас пропадает. Звук что-то баги у нас со звуком какие-то. Скотт Яр, так, нам надо, мы тут прыгаем. Нам надо наискосок, прям туда. Но мы всех убивать-то не будем здесь. Так, вот сюда нам, да? Вот сюда, ну куда мы смотрим? Зачем он поворачивает, централизуется? Так, если мы пролетим, ну, кажется, все в этот блок надо. Так, нам идут в эти ворота. Ну, сейчас этого чувачка... Так. Так, она не открывается. Она не открывается. Ну, конечно, меня видно, блядь. Они сразу меня видят. У меня звука нет и музыки нет. Это какая-то фигня. Так, нам сюда? Куда она? Подожди, я не могу понять. Вот. Да. Нам надо вот... Death Row. The access code is 0529. А, нам давал этот. Нам давали же ответы, да, точно. Блин, музыка пропала, ребята, не знаю, мне кажется, у вас тоже нихера не сохраняется. Что поделать, будем дальше играть.
Погнали. And the security cams are down. Rats chewing on the wires. That why we got so many guys. Hard to say. A lot of reasons flying around. Подожди, у нас же есть. I heard he's finally hunting down Flanagan and the missing rats. Почему музыка пропадает? He wants the chapel cleaned up ASAP after the Falcone attack. I don't buy either. You see him light up when he found out Batman's here? I only seen him smile twice. Верите, нет? Что-то я сразу не заметил. Блин, когда что-то становится не так, сразу теряешься. Опа! Блин, какая-то фигня. Почему музыки нет? Вот и сука. Можно какую-то прогрузку сделать? Так, парни легли. Подсказочки кругом. О, вот он. Получается, вот он знает, где крыса. По-любому знает. Оба, голову уж поднимем. Музыка, видите, говорю, пропадает. Если вас играет, то хорошо, но мне... Она пропадает. They're using thermal imaging headsets. Anyone wearing them will be able to spot me hiding up in the darkness. А, у них это ночное видение, ёптать. Вот видите, еще один минус, они начинают отходить. Вот так вот, поэтому мы делаем. Вот так вот. Да, блядь, я же хотел! Блядь, дебильное управление. Тут всех убивать. Это кто такой меткий тут? Так, 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 нам надо как-то... Опа. Опа, 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 опа. Тут уже такой меткий. А, ну мне нравится, блядь, они сразу убивают. Вот, все, они не должны меня видеть. Подожди. Мне нужны батареи. Ну вот. Все, убили. Вот он лезет, блядь. Вот это вот, сука. Я же нажал вниз, чтобы он спустился. Я вот залез же. Надо какие-то две батареи, чтобы открыть. Круто, они каждый раз вытаскивают батареи. Гений. Я скажу то, что, блин, Half-Life Alyx, ну, Бэтмен... Бэтмену далеко, да, Алекс. Вот так вот. Так, вот, сейчас работает. Она не работала до этого. Да пошел ты. Опа, радио. Мышки.
Мышки. Офигеть, она мне урон наносит сквозь стену. Это что? Стелс, блядь. Ну так, ну чё это, блядь? Я уже спрятался. Это мой леща дал, ушёл в тень. Надо смог обязательно выпускать. Тут у стелса только название что-то, блядь. Они хер тебя отпустят, блядь. Я не сразу слышу, блядь. Вот, я убил чувака. Вот он откуда-то увидел. Вот, все. Иди себе отдыхай. Вот, теперь вот этого. Так. Мне надо вот этого загасить как-то. Ага. Говори, как проверяет, ты чё, офигел, блядь, нихера не мутят. Хендинг, энеми, блокинг, билд. А, не заблочит. Слушай, ну вот этих двоих... А! Ага! Опа! Сколько осталось врагов-то? Ну чё? Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Ух ты ж, блядь, подожди. А! Ух, блядь, с пистолетом не хочет быть. We could have been part. Пока ни хера не понял. Блять, точно. Backup generator needs a jump. Alfred, ready the Batwing to deploy the shock gloves. Right away. The highest point is the helipad. The exit's on the second floor. Надо завести. Я думал, сюда надо что-то класть. Спасибо. Спасибо, блядь. А так бы не открылось. Опа. Допрыгнем. А я ищу брожу. Уже расстроился. Хотел забить на игру. А тут оказывается вот так. I'd be surprised if there were anything deeper. Yes, he doesn't strike me as a chess level strategist. Блять, он не держится ни за чем. Мне за что не хватался, как дурачок. Туда-сюда. Короче, мазать нельзя. Тырет.
Это горело так. Главное не отпускать. Главное не отпускать. Опа. Уф. Another anti-aircraft gun installed on the helipad roof. I have the element of surprise. Hold the bat wing until you see it. Да, surprise, surprise. Surprise, surprise. Так, надо подумать. А, он долетит до сюда? Приколы. The anti-aircraft gun's out of reach. Ну чё тут, кому рыло начистить? Вот, бери. Вот, под каким углом ты это сейчас сканируешь? А. Ага, отлично. Вот это гнет он красиво, ладно. И рвет тоже красиво. Давай мне мою Бэтмобиль. Так, нам теперь он сейчас пришлет какую-то штуку очередную, и мы, блядь, зафигачим. Вот он летит, красавчик. Обычные бэтменские будни. Lucius miniaturized the electrocutioner's design to integrate with my gauntlets. О, пролагивает так. Аж подташню. Ух ты ж. An attack combo will activate. Tiger isn't ready for this. Окей, куда вторая делась? Куда делась вторая? Куда делась вторая? Куда вторая делась? Она улетела. У меня забаговалась игра. Багованный Бэтмен, блядь. Что такое вообще? Ну-ка, если честно, меня прибьет. Lucius miniaturized the electrocutioner's design to integrate with my gauntlets. Now you're putting it to use in the name of justice. Every punch charges up the shock gloves. An attack combo will activate them. Какой мощный. Я могу тайгера теперь убивать. Break his feet. You messed with the wrong guards, bad. Ну кто первый? Подожди, я могу тайгером отбивать. Да пошел ты. Сейчас умру. Опа, быстренько. Ага, то есть ты вообще насра. Опа, оп, 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 оп.
А. Нифига не помню, как это работает, ну ладно. Locked. Restoring power should open it. Blueprints show a backup generator nearby. Во, теперь я понимаю, как это работает. Теперь да. Энергия. Нам нужно перчатки. Ну все. They're experimental. Not worth the risk during an investigation. Ого. Чего там сейчас было? There's the landing. Погнали. Бам! Ложимся. Спать, мальчики. Чун-чун-чун-чун. Открывай мне дверь. Вот сука. Ладно. Да пофигу. С ноги в пятку, в голову. Ух ты ж! Все, все спать легли, наконец-то. Погнали. Заряжай. Фу, быстрее сломаю, пока не села батарейка. Батареечка. Готово. Security barricades. Locked down due to rat sabotage. Logs show prisoner transfers from death row to general population. Which means any prisoner. С ноги мне открывай. О, мы где-то уже близко. Мы где-то уже очень близко. Mechanical rats. I can destroy them with a battery. Ух ты ж, блин. Strange vermin, sir. The rats must look just like the Gotham sewers. This isn't a prison. It's a lair. Нифига себе. The rats use these tunnels to move around undetected in broad daylight. Хрена тут катакомбы, блядь. Конечно, тут никого не найдут, блядь. Knives. Вот они. Пошли, красавцы! А, counter the battle attack, dodge. Я-то думал. А, подожди. Это ножи. Тын-тын-тын. Тын-тын-тын-тын. Да. Слоу-мо. Бля, они взяли короля там этого, ну и хер с ним. Что-то как-то до него добираться неохота. Че мы сейчас в этой серии? Мы сейчас почти ничего не сделали, так? О, крыса. А, ну да, они же не король, Кинг. Кингред тогда был написан. Нихера их там. Нихера там жопу рвать. Оп-оп-оп-оп-оп. Да, да, да. Опа! Это что, мы всех мочить будем? Я думаю, они разойдутся хотя бы.
Просто развал башки, бля. Чё ты там кинул? Чё ты их тут нескончаемое количество? Опа! Опа! Нифига себе! Это уклонение. Я тут уже всех перемочил, кажется. Опа, опа. Фига себе, ворота. Да, блядь. Всех перемочил. Офигеть, просто пачку. Просто пачку. Пачку мышей просто сварил, бля. А! Фига себе. Наверное, так неправильно сделал. Открываем. Time for answers. Погнали, блядь. На! Наконец-то разминка началась, блядь. Ха-ха. Да, блядь. Ты меня уже заколебал, бля. Кто это говорит? Оу, всех мочу. Так, отсюда мы пришли. Отсюда... Нет, нам сюда надо. Опыты делать над ними. Над крысами. Джокер. Интересно, он будет, нет? А то, может, все это и мутит Джокер? Подожди, нам явно мы отсюда пришли. Да, мы отсюда пришли. Я даже не посмотрел, увидел их, начал гасить. А. Ну мы... Подожди, нам вообще куда, блядь? Да, нам надо в эту. Хера нам идти обратно.
Так, подожди, а где я вообще в комнате? В каком пространстве нахожусь? Это что? Окей, а тут? Окей. Я не вижу, мне все плотно. Falcone claims his assailant was the prisoner Otis Flanagan. Что-то здесь было. There's still evidence in the chapel from the attack on Falcone. I'll set up a crime scene and figure out what happened. Так, брать мы ничего не можем. А, мы детективы, режим детектива, погнали. Смотрим. Тык, тык, тык. Flanagan threw Falcone through this pew. Remarkable for someone of Flanagan's size. Blood spatter and prints indicate Falcone laid here following the attack. Так, strange. I'm not seeing any forensic evidence tying Otis Flanagan to this scene. Что-то они тут спорили, не поспорили. Дальше. The assailant snuck up behind Falcone, struck him with a metal pipe before covering his head with a sack. Это король крыс. Traces of metal on the kneeler. Nail marks in the fabric. Всех no trace of Otis's print всех on the weapon, but then again, всех he does wear gloves. Something's not right, Alfred. Are any of the details from this attack все, consistent with детальки? Flanagan's crimes on the outside? А, нет, еще три. No, sir. But prison can change a man, as I'm sure you're well aware. I'll keep looking. Давай еще посмотрим. The altar was configured to look like a shrine to the Rat King. А, это вот эта же книжка, мы там что-то искали, да, доставляли, кажется, было. It gave Falcone time to escape, but only for a moment. If Falcone struggled as much as evidence suggests, вот маску он содрал. These items would have been knocked aside. Надо маску, по-любому, следующее будет на столе. The altar after the assault. Someone with access to the chapel staged this scene to implicate Flanagan. Блять. Ну, на столе последняя деталька по-любому. Before throwing Falcone into the pew, the attacker hit the candelabra. Three sets of footprints were left in this pool of wax. First set, size 14. No discernible tread pattern. Whoever made these wore disposable shoe covers. The second is a partial from an Italian loafer. Falcone's. The third set was made after the wax dried. A match for the distinctive claw-like shoe prints I found in Otis Flanagan's cell. Okay. Otis was here, but didn't arrive at the chapel until after the assault. Fabric analysis shows a small amount of Kevlar and nylon. The assailant wore a bulletproof vest and caught it on the candelabra during the struggle with Falcone. I've scanned all available evidence. На вкус мышь. Only a small group of people in Blackgate are equipped with bulletproof vests. I'll narrow my search to the most likely candidates. Кто атакует? Tiger Security have access to bulletproof vests, not to mention the chapel itself. Someone on Tiger's payroll is responsible. Another excellent deduction, sir. Perhaps Otis Flanagan could provide a suitable explanation for why he was framed. I don't think I'll have to wait very long. Oh. Кто там такой? Ого. Тара-тан. Здорово, родной. Поговорим. Well now, my son, have you come to confess your sins? You were here the night Falcone was attacked. Why? Почему ты атаковал ночь Фалькона? Seeking my missing brethren. The prisoners. Abducted in the night. But still they remain lost. I found only Falcone. At the mercy of the head guard. Bolton. That explains the broken pew. It would have taken a man of tremendous strength to call. Подожди, ну что-то вкачай.
cause such damage, sir. Your so-called day of wrath. Короче, мы это пропускаем. Брюс Уэйн. Опять Брюс Уэйн. Ты чё, Брюс Уэйн? Брюс Уэйн просто богач, сидит в одиночестве. Подрюкивает, да и все. Чё ему ещё? Ничего больше хватит. Брюс Уэйн, Брюс Уэйн. Бэтмен — это не Брюс Уэйн. Это всё ложь. Falcone, and he may be abducting prisoners. Well, that complicates things. Get to Bolton office. В общем, я так и знал, что Болтон всем замешан. Поэтому мы закончим на этом. Спасибо всем, кто смотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно. Для продвижения канала, как бы, все как фигня. My friend! I have not sinned. And yet you punish me. А, да пусть сидит. Короче, вот, всем пока.